Всем приветик! С вами я, Надка Солнце. Присоединяйтесь посмотреть на мои растения. Какие-то новые, какие-то старые просто делила. Так, ну ты сверху сними их. Общий вид. Сейчас здесь папоротники. Буду рассказывать, показывать. Наверное, вот на чем раз ты встал. Вот это у меня новый. Смотрите, какой интересный. Вот. Это разновидность. А, кто он? Мейна, да, Мейна. Гламорфы Мейны. Вот здесь вот на них уже есть споры. Вот они, видите? Рыженькие, коричневые. Очень интересная разновидность. Вот молодая Вая. Она еще вот... Нет, на ней спор, но еще развивается. Ты понимаешь, да? Хочу сфокусироваться. Обалденный просто папоротник. Ништяк. Вот. Я его еле-еле-еле достала. Скажем так, вот корневище у него вот такое вот мохнатое. Оно будет большое-большое, заполонит. Тут третья ваечка уже начала расти. То есть, если кто-то обзавелся таким же или хочет, растет, в принципе, как обычная агломорфа. Единственный минус в этом папоротнике – медленно растет. Ну как, вот, хотелось бы, ну, по сравнению с нефролеписами. Но тем не менее, не то что медленно даже, а средняя такая скорость роста. Но шикарный, взрослый он. Вот смотрите там на Яндексе, наберите, там обалдеть просто. Когда вот эти ваи, они длинные, достигают до метра длиной и вообще. И вот полный горшок вот этих вот, вот прям шишек вот этих вот мохнатых, рыжих. Фуфик. Я вообще просто вот счастлива. Опять. Я счастлива. Папоротник, я мне аж это трясочка начинается. Так, этот у меня был. Я не помню, показывала или нет. То есть я то, что мне высылали, те листы, я обрезала все. Это птерис. Несмотря на то, что это птерис, растет он замечательно. У него это птерис лонгифолия, то есть лонгифолия лонг, значит, длинный. У него очень длинные ваи будут. Вот. Вот старая вайка осталась. Это все мои наросли. То есть, что он любит? Полутень. Но он мне под лампой стоит пока. Полутень, значит, такое неяркое освещение, не солнечное. И поливаем почаще. Ну, то есть не доводим до пересушки. Прям вот, чтобы влажненько было. Я-то люблю все подсушить. Ну, стараюсь. Он у меня на виду стоит, и вот его я это слежу. Он взрослый, просто шикарный тоже. Обалденный. Так, вот это я делила мои эти, скажи, кто? Бутерфляйчики. Бутерфляй. Конечно, загущенный маленько, но я специально так оставила. Я оставила себе дубль на весну, если что, буду делить. Я посмотрю, как мы переедем, перевеземся. Тут выяснили, что рефрижераторов у нас нет в городе, поэтому все надо будет кутать. Ну, частники-то. Да, частники дерут. Вот этот вот микросорум. Уже пора пересаживать, переваривать другой горшок. Как он быстро растет. Очень. Это мне дарили, я вам говорила, что я это, заказывала цветочки. И мне в подарок еще выслали. Вот, ну, он был меньше намного. Но тем не менее, вот прям вот он растет и растет. Уже надо переваривать другой горшок. Делить я его, если и буду, то только весной. Мне нравится красивый очень папоротник. Неприхотливый, вот, ну, прелесть.
микросорум точно, а вот название, я не знаю название. А вот это я делила, тоже сделала дубль. Может, видели, такой огромный он у меня. Я снимала в другой комнате. Да, видели. Висел на кухне, он тоже висел. Он у меня с названием шел. У него какое-то длинное очень название. Я его даже, говорю, не пытаюсь это запомнить. Ну, вообще здоровый. Это очень крупный экземпляр. Очень. Ну, как вот этот же вверху, который этот у меня висит. Вот. Это тоже я продублировать. Ну, мало ли. Потому что те у меня огромные. Как они перевезутся, как... Не знаю. Вот. Ну, вот этот-то прям... Там у меня еще один новичок, но его еще рано показывать. А здесь, вот если бы не переезд, я не знаю. Ну, можно посеять, конечно. Чё поделать? Угу. Надо бы насеять. Споры пока есть. Вот такой красавчик. Не, ну вот это вообще. Вообще прям, ой, не могу вообще. Красота. Не могу, люблю я их. Вот тут. Люблю, да безумие люблю папоротники. Я бы их все поставляла. Вот у меня вот даже когда вот мне не продались, значит, это кто на? Всегда забываю название. Ну, много их брали. Вот ты мне крючки подвешивал. Мариза, что ли? Нет. Ну, на концах разэтывается тоже. Ой, ладно, иди. Ну, вот, короче, один кустик его, два даже не продались. Ну, один, ладно, я себе продублирую. Вот он один остался. И еще какой-то там. И я вот даже никогда не переживаю. А, не делила. Я досаду еще не делила еще один куст. Не делила этот, который эти смешанные ваи идут. То есть я к чему это говорю, что если у меня папоротники не остаются, но это крайне редко, я даже не расстраиваюсь. И мне хочется вообще все завешать папоротниками. Не могу, я их люблю безумно. Вот это вот, я не знаю, как это, надо какую-то коробку. Ну, найдем, да. Вот из-под яиц-то как раз. Да, наверное, еще больше надо. О, я не знаю, что я довезу. И у меня маленького такого я себе не оставила. Все забрали, все. Так что не знаю, что будет. Ну, в общем, вот, про папоротнички немножечко. Ну, как содержание я рассказала. Это баттерфляй мне тоже брали многие. Она не любит, как и все нефролеписы, в асфальт не пересушивать. И не загущенные они. Вообще надо бы поделить. Он длинный, по длине расти будет. И тоже на яркое солнце не ставить. Ну, светло, чтобы было, и все. До особого ухода. Вот то, что вот здесь стоит, единственное, что вот этот не должен пересыхать. Ну, вот этот я подсушивала уже даже. Ну, не надо этим как бы злоупотреблять. Ну, тем не менее, ничего он не сбросил. Наоборот, вот там третья ваечка начинает образовываться. Ну, я прям счастлива. Прям счастлива. Вообще. Что у меня появился еще, говорю, один есть. Но там еще пока рано показывать. Потом, если до отъезда, не знаю, покажу или нет. Ну, посмотрим, как там растут эти ваи. Вот так вот. Вот здесь хочу вам показать кое-что тоже новенькое. Ну, начну, наверное, вот с этой красотки. Это у нас алаказия. Мне еще листочки вот эти все не мои, мой вот. Первый пошел посерединке. Ну, что-то вот немного уродливый. Прям сфокусирую красиво, чтобы. Это алаказия Red Secret. Не медно-красная, а вот прям вот другой совсем немножко вид.
Она называется Red Secret. Ну, вот она очень быстро пошла в рост. Не знаю, надеюсь подружиться с ними. Я тут жду еще Silver голубую. Не знаю, дождусь, нет. И приходила мне, она были большие листы, дракон, кто-то из драконов. Но она была немножко все же подморожена и пожелтели. Большие листья пожелтели, я их обрезала. И она быстренько мне выдала вот уже это. Это кто-то из драконов. Я точно название надо посмотреть в интернете. Потому что присылают вот растения, реально многие не подписывают. Ну, это не столь важно. Самое главное, чтобы растения были те, что нужно, и доходили хорошо. Вот у меня две алоказии уже. Вот сейчас третью заказала, но не знаю, как там получится. Так, это у меня подарка два. Ну, этот кротончик вы все, наверное, знаете. Тамара. Я вчера его пересаживала. Вот он прям пошел пестренький там расти. Вот. Это мне подарила здесь подружка в городе. И вот эта агланема. Я, вот знаете, вот я помню, что у нас их еще даже в магазине продавали. Они такие крупномеры. И тоже название я не помню. У нее тоже не подписано было. Надо спросить будет. Я знаю, что вот их еще даже в магазинах продают голландские. Такие здоровые они. Редко, но привозят вот у нас. Так. Это, ну, это вы тоже знаете. Это, кстати, мне тоже подарок. Хомеломена. Ну, вот, наверное, все знаете. Камуфляж. Ну, как бы интересно. Я раньше, когда тоже в магазинах продавали, я смотрела. Думаю, какая интересная диффенбахия. А это сроду не диффенбахия. Ну, тоже из ароидных. Ну, вот это. Растет она медленно у меня, по крайней мере, пока. Мне вот какой-то в горшке подарили с двумя листиками. Ну, скажем, где-то в начале лета. И вот пока вот это вот только наросло. Вот это вот. И то один лист что-то у него порванный пошел. Кто порвал? Ты? Признавайся. Хотел лист развернуть. Шучу. Это я. Я хотела помочь. Как всегда, все испортила. Так, вот это вот у меня. Как вы думаете, кто? Заказ делала я. Заказывала в январе. То есть в декабре еще, перед Новым годом, там как раз приходили растения, я даже замиокурхос черный не показывала, что-то забыла про него. Карамелька мне приходила, там, ну, я его уже показывала. И вот это был лист, его, короче, был лист старый такой, ну посаженный. Анториум варигатный. Вот он у меня сидел, тот лист. Он даже уже был, на нем некроз был уже такой засушенный. Вот. Сидел. Ну, представляете, считайте, ну, с конца декабря. Я еще так засомневалась, думаю, ну как они антуриум с листа, как? Думаю, что тут... Ну, думаю, ладно, недорого мне, в принципе, продали его. Я очень, конечно, благодарна вообще той девушке. Она мне подарков наделала таких вот. Прям спасибо. Ну как подарков? Я подешевле все это купила. И просто пришлось подождать времени. Время. Терпение набраться и ждать. Но вот у меня как бы сидел он, просидел. Вот, наверное, с месяц-полтора назад отсох лист тот маточный. Но я все равно оставила, держала в мешочке под лампой. Думаю, подержу.
Что-то разбирала, мыла полку в очередной раз и думаю, все, терпение мое лопнуло. Я пошла его вываливать. Ну, выкидывать. Начала в мусорное ведро переваливать. Ну, осторожненько, чтобы земля не высыпалась помимо. Посмотрю, а там почка. Образовалась почка. Да хорошая уже, прям вот где-то вот, вот столько. Я опять обратно, ну как, ну, поправила все. Не в этом горшке, а в другом был, который мне присылали. И снова поставила в мешок. И где-то буквально с месяц назад у меня выросло вот, вылез листик. Вот этому листику где-то вот месяц. Ну, конечно же, счастью моему не было конца. Это растение очень дорогое, очень. Ну, мне досталось оно, можно сказать, за даром. Спасибо большое. Лист еще, конечно, молодой. Он пошире будет этого вида. Вот название мне надо найти, потому что не подписанное, все не подписанное было. Надо спросить у нее, как называется, или так посмотреть. Но я уже видела его, стая привозит, он очень дорогой. И вот тут уже образуется, скоро будет образовываться новый листик. В общем, у меня вот такая опять радость. Дорогушча я. Если сейчас, я там говорю, с одноклассников, я почему еще не ушла? Многие, наверное, думают, ну вот, трепанулась и сидит. Просто я заказала там агланему. Ой, алоказию. И вот недельку нужно подождать. Так что вы еще потерпите меня там. Кто? Потому что, ну, начали отписываться, уходить. Вот сегодня двое отписались. Ну, я никого не сужу. Раз я объявила об уходе, ради бога. Вот. Но недельку я еще там буду, потому что я жду результаты заказа. Достанется мне или нет. Это алоказия... Это голубая, короче. Ну, в общем, я хотела медно-красную, хотела дракона. Не знаю, что-то я в них влюбилась, так, в эти алоказии, они такие красивые. И вот эту голубую. В принципе, вместо медно-красной мне досталась вот такая, но я не жалею. Медно-красную, они похожи чем-то. Потом я все равно приобрету. Ну, это я буду уже не с этого города приобретать. Вот. И вот поэтому недельку я еще буду на одноклассниках. Вот. Так что, такие вот у меня новости. Попозже я вам сниму. Я вчера пересаживала, переваливала хои. Это ближе к вечеру я сниму. И у меня там просили об одной хое рассказать. Мередит Хегрин. Я расскажу, покажу. И то, что я вчера перевалила. Так что, надеюсь, сегодня мы еще... Ну, сегодня, возможно, к вечеру я сделаю еще одно видео. Вот так вот. У меня такие приятные новости. Надеюсь, вы со мной разделите их. Сегодня, хвалюсь, день ангела у меня. И у всех Натальи. Я всех Наташ поздравляю, желаю, чтобы ангел-хранитель оберегал вас от болезней, от всего плохого, чтобы всегда был с вами рядом. Ну, а всем остальным желаю приятно провести выходные. Всем добра и тепла. Пока!